Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании и дракон месяца, дракон Пламенная Звезда. Легендарный дракошка, выглядит он, конечно, зачетно, да, он как будто бы из фейерверков сделанный, хвостик в виде ракеты, а спина и крылья в виде выхлопных газов. Ну вот так вот. Давайте напомню комбинацию, которую можно использовать. Ну, буду, наверное, называть самые такие популярные, потому что этот дракон очень сложный к выведению, потому что большинство комбинаций с очень редкими драконами. Из обычных комбинаций я использую ветер плюс апельсин. Ну, там еще может быть броненосец, да? Скажем так, ветер плюс апельсин, либо броненосец. Вторая комбинация, это, конечно, самая лучшая, с огнем, но там все ОВД. Второй дракон — это штрих, академик, пальма, крашенка. У меня ни одного нет. Третья комбинация — это зелень плюс туземец, да, это есть прерия. Кстати, прерию дают что-то там за выполнение действий каких-то в Фейсбуке. Ну и опять идут там виповские, очень редкие: тайновидец, слон, орк и сова. Вот так вот, ребят, такие вот комбинахи. Так, так, я тут перешел в очередную лигу, да, тут стараюсь не забывать про это дело. Давайте отдалим. Так, что у нас здесь? В инкубаторе. Вот, кстати, один из нужных дракончиков. Это у нас редкий туземец. Я его просто продаю. Он мне не нужен. И, наверное, пепел. Или кто-то, подожди, какой-то пепел. Дым. Тоже продаю. Продаю. Так, что у меня здесь? 43 минуты осталось до комбинации ветер плюс апельсин. Да. Опачки, у нас появилась... новая акция, ребята. Давайте. Ее еще пару часов назад не было, то есть я не знаю, что такое. Это у нас орлиный клык. А, ну я видел, да, такая была картиночка, заставочка интересная. Конечно же, мы будем играть. Да, мы это все прекрасно знаем, лучше всех. Вау, мы собрали одного дракончика. Слушай, может, в эту акцию как-то поактивнее повключаться, потому что прошлую акцию-то можно было и пройти. У меня 1800 очков. Откуда? Очень как-то странно. Так, кому нужна шляпа? Кому коктейлик? Еще шляпа нужна кому? Никому ничего не надо. Ну, шарики надо. Так. Ладно, шарики сюда. О, архангел улетел, отлично. Ух, блин, я вот хорошо бы тут выиграл, и тебе сразу дали этого дракона, было бы шикарно. Так, ну мы тут в тупике, да? Ну вот как раз до этого момента. Да, мы лучше разрушим. Не, конечно же, 2 часа ждать, пока обновится дракон, это никому не интересно. Так, отлично. Поймали мы своего третьего дракошу. Заполняем стаканчик, никому не надо, разрушаем. Что-то у нас пока что идет все не супер гладко. Люблю, когда ты так раз, два, три, 10, там 20 драконов подряд собираешь, это, короче, круто. На шляпы эти ломятся, шляпы, и смотрите, опять все нам не надо, в 2 раза подряд, это нонсенс. Теория вероятности дала сбой. Так, эта штука никому не надо, я просто смотрю, кому бы тут лучше чего распихать. Опять шляпа. Ну, давайте вот так. Отлично, один хотя бы ушел. О, наконец-то, 2 шляпы и стакашка. Заполняем. Так, шарик, шляпа и ракета. Вообще класс. Ух ты, был, кстати, дракон такой интересный. Первый раз вижу такого дракона. Ребята, вы знаете, как его зовут? Ну, это, собственно говоря, главный приз нашей акции. Да, дракон... А, это же День независимости. Не, он же был 4 июля в Америке. Хотя, ну, думаю, может, к этому оно и приурочено. Вот как прекрасно, что ты захотел парочку коктейлей употребить. Так. Что-то редко вот эти шляпочки попадаются нам. Вот. Архангела мы уже собирали. Давайте бросим это осени.
никто не хочет сожрать. И шарики тоже никто не хочет. Ну, нонсенс. 10 дракончиков мы уже насобирали. Потратили не так уж много, всего лишь 500 очков. Вот так, вот так. И вот так. Опять этот дракон, я его не рассмотрел. Это тоже какой-то новый дракон. Они новых драконов насыпали, что ли? Теперь у нас нашествие ракет. И осени, конечно же. В первую очередь нужно было давать именно осени. Вот это вот сюда. Это нам не надо. Теперь нам шляпы надо. У нас шляп нет. Ну, вот одна шляпка. Давай, здесь два шарика и коктейль. Один шарик и коктейль и шляпочка, ребята. Круто. Это у нас был пасхальный зайчик. Так, я вот думаю, чего, куда давать. Без разницы. Давайте вот так пойдем. И вот так. И вот так. И вот так. И можем теперь мы заполнить эту штуку. Вот сюда. Две шляпки фанату отдадим. Два шарика. Ракета. Коктейлик. Так, еще коктейлик. Туда, сюда. Всем отдаем, ничего не жалеем. Ладно, что-то мне захотелось вот туда отдать, потому что там мы можем получить еще одного дракона. Смотрите, как мы быстренько 23 дракончика себе завоевали. Так, у кого есть ракета? Ни у кого нет ракеты. Держим пальчики накрест и, к сожалению, нет. Так, ну у нас еще довольно много всего. Та-дам-та-дам. Вот так, вот так, вот так. Шляпка, шарики. Давайте как-то сюда будем пихать. Вот сюда кенгурушка. Есть, улетела. Вот так. Ну вот так, давайте. Так, вот, кстати, наша неделька, которую я пропускаю. Я все буду пытаться вывести легендарного дракона. И шляпочка роллера возьмем. Нет, конечно же, мы отдадим императору, потому что он сразу у нас заменится. И ракете отдадим. Не будем спешить, давайте будем ждать. Вот сюда, потому что мы сможем обновить, хотя можно было и шарики взять. Да, это было бы лучшее решение. Ну ладно. И снова шляпка, ничего нам не надо, разрушаем. И заполняем. И у нас, ребятки, еще один ждет нас же очаг. Мы сейчас немножко качнем очага. Очага. Вот, вот, улетел. Эх ты ж. Отлично, ртуть собрали. Вот это мне нравится, когда вот так повеселее как-то идет. И тут сразу ничего не пригодилось. Ракета нам не надо. Коктейлик подойдет. Даже два подойдет. Шляпа нам не надо. И коктейль нам не надо. Вот, нате, накаркал. Сглазил сам себя, так как говорят. Так, 300 очков у нас осталось. Сколько мы... У нас было 1800 всего лишь в сумме. Сколько мы сможем тут насобирать? Так, шляпа никому не надо. А вот шарики. Ракета.
Печально. То есть, если я заберу отсюда ракету, то нам это ничего не даст, потому я лучше ракету возьму из другого места. И шарики. Давайте возьмем такие уже ракету и отсюда. Вот одна шляпка. Давайте, ладно, подождем. Вот вторая шляпка. Вот третья. И коктейль нам нужен. Давайте подождем, что будет вторым. И шарики. Коктейль я пока что берегу. Вот у нас появилась шляпа никому не нужная. И ракета никому не нужная. Печально. Давайте чупакабрику дадим. И опять ракета. Разрушаем. Так, и уже осталось нам разочек другой заполнить здесь, и все. Ракета, шарики. И остались тоже ракета и шарики. Да. Так, предпоследнее заполнение. Все, да, ребята, ничего нам не надо. 40 дракончиков. Сможем ли мы эту хотя бы круглую цифру? Пожалуй, не сможем. Так, а вообще давайте посмотрим. Собирать золото, накормить драконов. Оу, восстановится через 41 час. Блин. Да, я немножко времени тут пропустил, как оказывается. Шляпок не наловил. Так, давайте хоть еду соберу. Сейчас нужно поставить еду на 5 часов. Не, 5 часов это много. Сейчас у меня уже сколько? У меня уже 8 часов вечера, ребята. Потому нужно что-то часа на 2 поставить. На 2 часа хотя бы частично смогу выполнить это задание. Давайте соберем золотишко. Мы сейчас сможем еще что-то тут пойти насобирать. Так, пока что пул не закончился. Мы можем продолжать сбор монет. Когда высунется красная надпись, что все, типа, ожидайте, тогда мы сделаем паузу с золотом. И, кстати, мы будем кормить очага, как раз это нам на руку. Смотрите, ну неплохой такой пул. Неужто ли он, я соберу со всех гнезд золото, и мы не перевалим за лимит? Ну там же 300 надо, то есть меньше 100 гнездовий собрать. Так, а сколько у меня вообще гнездовий-то в сумме? Это же, наверное, где-то можно посмотреть. Но у меня всего лишь 41 минута, чтобы по максимуму выполнить эти задания. Возможно, можно бы даже за 1-2 кристаллика ускорить инкубатор наш. Так, вот все, мы добрались до максимума по этому показателю. Собрали золото полностью. Еду частично. Существ не успею наловить, скрестить драконов, накормить драконов. Ну, кормить мы сейчас будем, вы знаете кого. Идем, идем, идем. Очаг. Он уже у меня здесь, наверное, денек, а то и два. Отправим его к арбитру. Ну и давайте покормим, пока не заполним пул. Но он заполнится довольно быстро. Мы до 10 не успеем докормить, мне кажется. Нет, смотрите, успеваем. Вот и все. Докормили его до 10 уровня. Давайте сразу ему... 20 уровень нужен, чтобы его пробудить. Так, давайте на 20. 20 это немного, у нас еды хватит. семнадцать, вот 20 уровень накормили. Что у него тут по показателям? Все, легендарная атака 2300, да, ничего нет, пробудить. 750 несчастных тысяч, конечно же, мы пробудим. Так, и теперь что нам еще нужно? Так, это я уже не могу. Скрестить драконов, сейчас мы посмотрим. Поймать существ, ну, выиграть битвы. Вот, выиграть битвы мы сможем. Смотря сколько это займет у нас времени. Так. Я смотрю тут, нет ли здесь летающих существ наших.
Но маловато их, что-то зареспаунилось сходу. Как-то мало. Ладно, давайте пойдем сейчас на карту. И будем выполнять наше задание. Так, это мы идем практически в самое начало. В принципе, я вот этого босса бедного... Что это у нас так произошло? Неизвестное. Какие-то глюки. Посмотрим, сколько мы за раз сможем выполнить событий. Так. Мистер Попсил. Бедняжка. Отгребает у меня постоянно. На каждом задании я воюю вот здесь. И просто это легко. Он здесь один. Не нужно... Массовая атака, вообще не важно, кто у тебя стоит, просто его с одного удара выносишь и все. Ну, здесь будет какой-то тайм-аут, мы, может, и потратим 8 очков, но вряд ли мы сможем насобирать так 300. Бой. Отлично. Так, сколько мы уже тут? Оу. Так, продолжаем. Так, у меня очки еще вообще есть? Нет очков. Смотрите, мы потратили уже 8 очков. Неужто ли можно это выполнить все за один раз? Полтора лямчика практически бьет наш факел. Очень интересно. Ладно, давайте не буду тратить время. Давайте мы возьмем пополняшку и пойдем куда-то повоюем, где серьезно. А, стачу я выполню уже за кадром. Я думал, честно говоря, у нас будет какой-то коротенький совсем пул. Но нет, довольно много. Будем давайте теперь как-то это с пользой. Давайте кого-нибудь наймем. Так, кто у нас тут есть за 7 очков? Давайте вот так и погнали. Бррр, ветер, дующий с океана, довольно холодный. У тиранов такие теплые, красивые тело греки. Может, отберем их в битве? Так, что-то как-то гопничеством здесь запахивает. Так, дракон, крепость. Хотя, это же у нас металл был. Ой, осень нас покинула. Ну, хотя, вот, можно было постараться, наверное, и так пройти. Вот так. Блин, по принципу не попало. Выжил. Архангела завалил, гаденыш мелкий. Мы тебя поглотим пустотой. Какие теплые и уютные тела греки. Сомневаюсь, что тираны смогут бродить вокруг Ледиуса в одних только рубахах. Эдда. Гопник от бога. Так, мы идем дальше, ребятки. Тоже возьмем очочки, кого-нибудь наймем. Вот так, и помчались в бой. Так, очень умно со стороны тирана устроить на нас засаду, спрятавшись в снежных заносах на этом холме. Но не думаю, что они будут выглядеть такими же умными, когда мы превзойдем их в битве. Ха-ха-ха. Так, у нас два тут волшебничка, которые аналогичны монаху по своим показателям и по стихиям в том числе. Так, блин, крепкий-то какой, так больно ударил. Так, ну смотрите, мы уже своими силами вынесли уже одного. Можно было здесь и без помощи справиться, в принципе. Так, тираны перестали шифроваться после того, как мы одолели их. Их следы на снегу приведут нас прямо к Радхорну. И вот, да, мы достигли свой лимит, ребятки. Это было 8 плюс где-то 2 или 3 боя я провел. Так.
Вот так вот, кстати, сколько здесь нам стоит, чтобы ускорить? Целых 10 кристаллов. Ну, блин, вы что, с ума посходили? Так, я лучше дождусь, мне осталось не так уж много ждать. Смотрите, мы выполнили уже практически все. Кстати, давайте мы поиграем еще дальше. Почему бы и нет, раз такая возможность у нас есть. Так, шарик и шарик. Это нужно всем, а вот ракета никому не надо. Вот в чем беда. Ну ладно, неплохо мы заработали. Смотрите, 888 была такая красивая цифра. Так, ненужная штука, вот нужная штука. Давайте вот так вот сделаем. Так. Почему-то что-то пошло не по плану. Мне показалось, что здесь ракета. Но нет, давайте перезагрузимся. Так, давай, жри печенечко, жри печенечко. Давайте вот этого соберем лучше. Ждем, что тут появится. Вот сюда шарик, сюда коктейль, сюда шляпку. Сюда шляпку. Вездесущий. А, теперь опять ничего нам не надо. Ай, ладно, удаляем все. Не нужно. Не нужно и не нужно. Нет, нужно. А теперь снова не нужно. Так, о, ракеты, ракеты, пошли ракеты. Так, смотрим. Шарики никому не надо. Ракета. Коктейль. Эх ты ж, ё-моё. Милкшейк из Макдональдса. Заполняем. Вот еще ракета, вот шляпочка и вот ракета. Отлично. Классика собрали и американского орла. Так, так и вот так. Опачки, наш дракончик месячный. Шляпочка. Давайте уже наконец-то соберем. Ракеты. Ракета, ладно. Коктейли опять никому не надо. Шляпка. Ракетка. Ракетка. Шляпка. Шляпка. Два дракончика. И никому не нужен до сих пор коктейль. Окей, привередливый у нас дракон. А дракон ветер в комбинации с апельсином. Все не надо нам. Так, последних пару ходов, ребята. Последние ракеты. Снова не надо, снова не надо. Шляпочка, шляпочка. Шарик. И шляпочка. И последнее заполнение. И все нам, ребята, ничего не нужно. Так, ну, а на этом я предлагаю закончить нашу серию. Мы собрали 57 дракончиков буквально тут за 20 минуток. На этом все. С вами был Александр и до скорых встреч.